Не на то волк зашел, отлично. Я даже не знаю, какой он национальности. До воскресенья вы все сыграете и насладитесь этим одним режимом. Я думаю, что... Да. Соня, я в курсе, да? Я вижу. Ну блин, бет, просто у кого-то доступа к бете нет, вот они пришли посмотреть, спросите, а мол, чё, кого? Так, чё мы делаем? Мы атакуем, нападаем? Я так не понял. Так, где написано? Ну, видимо, атакуем. Да, атакуем, так что... Фамас... Будем разные пробовать. Лоудауты, хотя, знаете, и с одного стреляется одинаково, и с другого с P90 стреляет так же, как с Фамас. Ну, конечно, дробовик и винтовка. Почему не будет оверлей ХЗ? У меня, по-моему, я смотрел на настройках, его выключить вроде нельзя. Оперативников прикуплю после этой катки. У меня пока что денег мало. Кто-то вышел. Опять мы 5 на 3 играем, да что за жопа-то? Ладно, может быть там задроты, окей. Может мы Сильвера, не Глобал Элита, все дела. Так, это что? Это что? Это коробки. Найс. Мы не можем вход найти. Нет, нашли. Я наверх пошел. А чё никто... Нет, окей, они оба наверх пошли. Я пошел вниз. Лель? Ок. Окей, если нажать 7, то можно поменять... А, окей. Не знаю, зачем менять точку высадки. Фак, не успел. What the? Окей, дауны, понятно. Так, а можно пробить потолок? А вдруг? Ага, понятно. Нет, потолок непробиваемый. Hostile activity, neutralize the threat. Security system. Op 4 last operator. Да идите в жопу, я даже что сделать не успею. О, вот это было круто. ЗБС, меня свои бьют. Меня свои бьют, мне 50 кп снесли свои. Ладно, потолок мы узнали то, что нельзя. Окей, видите, не я один не понимаю, где враги, где нет. Окей. Какого хера меня все бьют, я вообще не понимаю. Сатан, енотоволк, окей. Так, P90, окей. Пусть будет петушиная команда. Kids bedroom, living room, master bedroom. Я считаю, что лучше master bedroom. Ничего не знаю. Я, может, стал просто под выстрелы. В этого мужика стреляли, их убить не могли. Но с таким пингом играть невозможно, фрам верхний угол, кстати, пинг. Пойду-ка я на лестницу положу. Так. Парни, тоже где. Фак. О май гад, вы посмотрите, сколько здесь окон.
Окей. Знаете что, я только отсюда не выберусь. Ха, нет, могу. Адам, может, ты займешь позицию, не будешь топать? Ну, по крайней мере, не пробьют потолок, можно не беспокоиться об этом. Можно пробить пол, правда? Он выбрал место за окном. Are you serious? Смотрите, где он выбрал место. Между окнами. Ладно, мы сейчас перекрестие просто возьмем. Как будто они... О, фак, это что такое? Так... А? Бро, что ты делаешь? Фак. Фак, мы вдвоем остались. Не знаю, я не знаю, что мне делать. Эти парни просто сдохли. Ну, я хотя бы одного забрал с собой. Ну, здесь было сложно что-то сделать, только одного забрал. Как они так слились, так? Главное, вроде прошлую карту... Блин, ну может быть у них не получается... Защищаться, может только атаковать. Так. Let's go. Вообще наплевать, где высаживаться. Ну, в общем, без связи играть, да. Не сложновато. Ну да, и сложновато, и неинтересно. И то, и другое, можно без хлеба. Спецназ все доступны. Я просто играю за разные ладауты. Она не будет free-to-play, нет. Она не будет free-to-play. Ну, то, что она подвисает у меня иногда, это, конечно, зашибись. Так, ну чё, наверх погнали. Наверху чисто вообще все. Значит, внизу. О май гад, можно врезаться. Да пошла ты в жопу! Окей, погнали. Диплом джема это они сюда или наши? Там как бы что-то мерцало, нет? Найс, разменяли. О, как так? Охереть. Я уже уходил. Фак. Сакс. Вот это я соснул сейчас. О, Фельди, они их нехило там распрейл. Ничего, 2-2 пацаны должны тащить. Я подумал, что я постреляю и попробую подавить. Парни помогут. Короче говоря, енотоволк меня подавил.
Он жив, кстати, еще? Да, жив. Скорее всего, там и сидит. Надо щит взять, пробовать. Окей. А, он бридж чардж оставить вот на эту дверь. А, есть, окей. Placing cluster charge. Detonating cluster charge. Лол, что? Ты щит вперед пропусти! Адам, ты дебил, что ли? У тебя логики нету? Не все равно, ну сейчас под щитом можно заходить. Найс. Пацаны разобрались. Адам просто ушел. Ладно. Ну я что-то слился ужасно. Ладно. Cyber Keyboard, по-моему. Хз. Он слился или не слился? Или просто он зашел поздно? Ладно, я слился, окей. Shut up! Я в курсе. Ну блин, не пропустить щита вперед. Это, конечно, надо. Ну, блин. Надо уметь. Блин, это же логично. Щит. Могу в гараже защищаться. Че, прикольно здесь, да. Вроде одна карта, а получается то, что. Да, тактика нападения несколько. Тактик нападения несколько получается. И тактик защиты тоже. Погнали. А, блин, я щит не взял. А, ладно, при атаке возьму, если будет еще 2-2. Нет, ну брод, призы. Или нет. Я хз. Кто защита, кто атака? Фак, они могут и эту дверь пробить. Окей. Ладно. Ясно, понятно. Так, то есть у нас вот... Ну, можно отлично, кстати, посидеть. А сяду-ка я вот точно там же, где сидел енотоволк, скажем так. Вот здесь. Главное, чтобы задний пробили. Hold F to reinforce. О. Можно себе это жопку прикрыть. Найс. Понятно. Где пробили-то, я не понял. Все-таки валяется, смотрите. Сейчас я, подождите, яйца свои подниму. Зря, наверное, так. О май гад! Понятно? Понятно, думаю, что за беда? Откуда самое главное? Найс. Где ворвались-то?
О май гад. Ну блин, ну откуда стрелялись-то? О май гад. Я видел чувака одного, но хотел поднять. Ну, парень, ладно, здесь, да, что-то я занубил. Здесь вот именно не говорят, откуда убили, поэтому сложно. Фак. Ладно, сейчас возьму щит. Сакс. Кактус, конечно, сделал. Он 4 килла сделал, просто ворвался и все. Опять защищаться, что ли? О май гад. Ладно, будем защищаться. Так и быть. We need to protect the biohazard container. Secure the room. Я буду ждать этих тварей. О, сори. Biohazard container location unknown. Secure. А как тут писать-то, господи, в команду-то? Фак, и что мне с ними делать? Во! What the fuck? Вы видели, как он меня убил? Просто... Я не знаю. Я не знаю. Просто хз. Блин, я не знаю, как щитов убивать. Охереть. Еще и я снес, когда пытался этих убить. Не, ну, кстати, вот это вот... На день поезд шахида больше убьешь. Я бы с радостью, если он был. Я пошел, подорвал себя. Ну, блин, я не знаю, как с щитами разбираться. Я вроде стреляю, пытаюсь подавить, а парни там сидят. Здесь именно нет коммуникации. Здесь надо как бы говорить, кто где, что происходит. А то тут убивает тебя один, а хрен его знает, где он находится. Так, что у нас тут? Операторы, да? Что тут можно открыть? Unlock new operator. Спецназ, допустим. Допустим, фьюз. Понятно. Cinematics нету, спасибо. Так, понятно. И что дальше? Операторы. Loadout. Так, light machine gun, assault rifle. Ballistic shield. Во, вот сейчас вот как раз щитом пойдем. Так, пистолет, гаджет. Что у нас тут есть? Bridge charge. Лучше bridge charge, я думаю.
Это все? Ух ты, можно поставить глушитель. Это не нужно. Вау, тут раскраски есть. Ну, правда, не за внутриигровую валюту. Естественно, внутриигровая валюта будет продаваться. Не знаю. Пока что не нужно. Это все? Все, что можно сделать? Set is active. Не-не-не. Окей, set is active. Понятно. Понятно, для каждого оператора есть своя статистика, психологический профайл, профиль и прочее. Ладно, окей. Попробуем кого-нибудь найти. А, лазер? Серьезно? Серьезно? Если нельзя, нельзя будет целиться. Окей. Окей, сейчас возьму. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Так, лазер. Бэм. Готово. Так, я установил, да? Да, установил. Черт, у нас два щита. Полицей! Полицей! Полицай! А мне что-нибудь напишет там спецне. Почему мне показывают то, что мне написано спецне на щите? Спасибо. Мы это очень с вами хотели слышать, вот этот. Бэп. Нет, я хз, в общем. Я что-то не разобрался с режимами, там написано в главном меню, естественно. А куда идти-то? Сюда, да? Окей. Воу, я на этой карте еще не играл. А наверх можно? Ага, понятно. Если в подвале, значит... Где лестница? Я уже потерялся. Biohazard container location unknown. You are clear to engage. Можно целиться? А, целиться нельзя без... Охереть, я медленная жопа. Ну, они обещали, что я медленным буду. А внизу он, в подвале. Тоже два щита идут. Что-то как-то парень легко одет. А мне кажется? Блин, здесь надо знать позицию, где находится эта херня. Привет. Серьезно? Ранил? Пока. Это почему это unbreakable surface все? Окей. Откуда стреляет? Я не понимаю. Фак, мне надо перезарядиться. Как же у него мало патронов-то в обойме. Hostile activity. Neutralize the threat. Protect the bio container. Blue 4 eliminated op 4. Найс. Там было C4, я хотел его взорвать. Ну, со щитом, знаете, неплохо. По крайней мере, не убивает.
Окей. Это будет, короче говоря, скоро скажут, мол, это раскладка сыкуна. Щиты, говно. Так, окей, здесь у меня нету. Чё так? Ну, допустим, допустим. Поехали. Гоу, гараж. Как щита убивать? По ногам стрелять? Еще меня только что ранили. Не знаю как, но я сидел. Может, FPS, может, пинг такой. То, что меня стреляли сбоку, может, еще что. Без понятия. Как щита убивать пока что. Обходить. C4 использовать. И так далее. Но у щита есть только пистолет и, да, весьма ограниченный боезапас. И мобильность маленькая, поэтому... Так, здесь... А где? Господи, это же другая карта, другой гараж. Вот же дерьмо. А, здесь могут зайти вот здесь сбоку где-нибудь? Нет? Проблема в том, что я не знаю, где могут зайти. А можно еще усилить стену, кстати. А вот это я могу усилить? Нет, не могу, да? Куда он? 5 секунд до инсерции. Оп-4 дрон локирует биохазард контейнер. Я только что его видел. Но... Не могу здесь зайти, окей? Не могу поставить на это говно. Мы же только что его ранили, нет? Да вы издеваетесь. Нет, стоять, мы синие! Я почему-то думаю, что мы оранжевые, потому как в КС, да? То есть террорист оранжевый. Фак. Щит, падла. Не висни. О май гад. 2-2. They've ceased attempting to secure the container. I need to reload. Можно стрелять в щель. Ему можно в щель стрелять. Тогда можно будет пробивать. Фак. Не знаю, что делать со щитом. Либо стрелять ему точно в щель, либо хз, либо взрывать его как-то. Надо было взять с собой C4 и положить рядом с ящиком, если что, пчау, всех подорвать нахер. А, фак, окей. Ладно, поехали. Точно, мы же сейчас...
А, надо выбрать. Я играю с ПК, да. Ну, по курсору мышки заметны. Locate the biohazard container. Что колючка дает, замедляет. Так, где проход вниз? Вот здесь, да? Insertion in 10 seconds. Nicely done. The biohazard container has been located. 5 seconds to go. Стреляй в него, стреляй в него! Я хотел заставить стрелять пацанов самих себя, окей. Я нашел эту херню. По крайней мере. Хоть немножко полезным оказался. Да ты издеваешься? Да ты издеваешься, нихера себе! Откуда они узнали, что я здесь? Мне что, лазер сломали? Unbreakable surface, окей. Hostile activity neutralize the threat. Woo! Headshot, fuck you! Я не знаю, куда у меня лазер делся, если честно. Are you fucking kidding me? Он один остался, он один остался. О май гад, о май гад, и посмотрите, как он всех разбил. Фуф. Там видите, Лизард Кинг застрелил своего. Противников можно помечать на машинке, за это дают очки. А я думал, что он автоматом помечает. А этот, точку назначения надо помечать? Блин, ну как же он вышел из дробовика? Что-то шикарно было. Так, окей. Так, возьму-ка я Nitro Cell, допустим. И возьму... петуха. Окей. Сколько игра стоит? Нисколько пока что, это дебета, который немножко фризит. Ну, меньше фризит, чем Watch Dogs. Так, что у нас тут? Воу! Так, здесь лучше не находиться. Да, вот эту херню надо лучше усилить, потому что могут ворваться. О, фак, я помню, как нас здесь чуть не уделали. Так, понятно, при помощи G можно взорвать. Усилил броню, да? Тебе. Норм. О май гад, а сверху-то. Сверху уже могут зайти. По крайней мере, они не знают, где находится заряд. О, в смысле, посылочка. Как это называют американцы? We need to secure this package. Можно играть, конечно, активно, разломать какую-нибудь тут баррикаду, посмотреть.
Это усиленная, да. Хера мы тут будем принимать-то. Сверху. Топают ублюдки. Ну, по крайней мере, в другой команде есть похуже игроки. Похуже меня. А вот здесь интересно, как помечать. Черт! Это саспенс какой-то. Вы что, издеваетесь? Ну, щиты это имба, это просто жесть. Ему надо поставить не один хедшот, а я ничего не могу с ним сделать. Он просто меня увидел и убил сразу. О, я еще и через текстуру проглядывал, вы это видели? Окей, найс, геймплей. Well, fix this shit, please. Ну, это, я не знаю. Я не знаю, как убивать щитов. Щит просто стоит, пча, в тебя и все. Щит это имба, серьезно. Им надо как-то сбалансировать это дело. Им либо стрелять между глаз, либо по ногам, да, но... Ну, либо по... Ну, а по-другому никак. Не знаю, пусть они хотя бы пробиваемость щита сделают, что ли, какую-то определенную. Блин. Отстой. Опять мы защищаемся. Тут нападать легче. Черт, насчет с револьвером. Ладно, окей. Всегда постоянно на этом месте немножко фризит. Я не то забаррикадировал сейчас. А, да за что вы это делаете? Вот ты не видел, что ли? Пипец тут, короче говоря. Не-не-не! Я уже отпустил F, ну почему-то, да. Охереть, тут вы только посмотрите, здесь сколько окон, это же просто жесть. Это сразу хардкор мод какой-то. Но здесь стена, да, здесь... А, здесь только через окна. Ясно, понятно. Фак, я в шикарном месте, конечно, стою. Stop the hostiles from securing the container.
Fuck. Я боюсь сюда заходить, чтобы посмотреть дверь, если честно. Здесь прыгать не... Я не могу прыгать? Я не могу просто так прыгать. Я только сейчас понял, что я не могу прыгать. Я нажимаю пробел, не могу прыгать. Окей. Единственный, кто может прыгать, это дрон, по-моему, в этой игре. Ну вот куда они лезут и зачем? Ага. Не знаю как, но я убил щита. Фак, это труп. Меня заметили? Кто? Кто меня заметил? Biohazard container securing paused. Take out the hostiles. Protect the biohazard container. Fuck. One blue four remaining. У меня совсем мало хп. Ну я вам еще раз говорю, это жесть. Это просто жесть. Один щит уделал двоих. Ну это жесть. Это реально имба какая-то. Берешь щит и все, ты всех убил. Берешь щит и ты всех убил. Тебе никто ничего не может сделать. По ногам стреляй, в лицо стреляй. Надо что-то делать с щитом. ХЗ. Может есть какие-то возможности его убрать, но... Мне не надо было тратить C4, которую я положил на дверь. Надо было... Можно было сейчас закинуть его, взорвать нахер. Фак! Броню забываю взять, там и скиды. Да-да-да-да-да-да. Я в курсе. Фак, мы могли вытащить раунд. Давно! Отстой. Я еще начал зачем-то туда вперед бежать. Надо было стоять и ждать его. Гранат нету, нету. У защиты нету гранат, только у нападения. Есть C4, есть deployable shield. Shield, ну щит. Как к нему полез? Я думал, что парень меня прикроет. Да я знаю, я зря полез, я в курсе.